меня, значит, вопрос ко всем вот этим вот олимпийским чемпионам. Они пальцы что, вообще не разминают? Вот у меня пальчики болят. Что мне делать? Я же пишу постоянно. У трудящихся есть просьба. Мы никогда не разминали пальцы на руках. Пальцы на руках? Слушай, ну вот я единственное, что знаю, чтобы размять пальцы, это растяжка. Так. Вот так вот берешь руку вперед. Ага, ребят, давайте сделаем это. Ну что, желание трудящихся мы выполнили. Просто великолепно. Я благодарен. Низкий поклон бы сделал, но наклон мы еще не какие делаем. Какие поклоны? Тяни пальцы, тяни я пальцы. Тяну. Мы сейчас пальцы тянем. Это щадящая зарядка для вас? Или хочется пожестче? Хочется, конечно. Нас Красномовец тогда зарядила. На самом деле у меня до сих пор все с прошлой зарядки болит. Сколько людей работает на четвертом канале? Много. А где они? Они работают. Утренний эфир. Они работают. Честно. Не точно. И раз, Лена, кричи. Раз. Даш, что мы будем видеть, во-первых, сегодня в новостях? Это слушай, я не знаю, я же на зарядке. Ну, зарядку точно увидим. Нет? Первый раз. Очень нравится упражнение. Тогда не останавливайтесь. Больше стонов. У нас с Владом спор, кто из нас больше сделает пресс. Ты должен посудить. У нас есть победитель. Да, руку так поднять, молодец. Да-да, отдохни, отдохни, отдохни. Как часто тебе во время ралли приходится бежать и толкать свой, так сказать, болид? Ну, когда так происходит, это уже ситуация патовая, значит. Но это, слава богу, происходит редко. Но на шелком пути так было, но меня выручил мой сокомандник Алексей. Слава богу, благодаря ему мы добрались до финиша первого спринт-часа, когда у нас абсолютно полностью сломалась машина. Приходите к нам на зарядку в понедельник утром. А спасибо Сереге Корякину! Лена говорила, что устала, а на самом деле нет. Лен, фоткаться там. На зарядку становись, чемпионом зарядись! Сегодня с погодой повезло прям. И нам постоянно везет с погодой. А пока, внимание, 9 утра по понедельникам мы приглашаем вас на зарядку подле Ельцин-центра. Это либо смотровая площадка, либо внутри, если погода плохая. Приходите на зарядку. Обязательно.